Всем привет! В эфире проект «Выбери себе погоду» и с вами я, его ведущая Лилия Тельняк. Мы продолжаем следить за преображением наших участниц. Сегодня молодым красоткам проведут приятные, а самое главное полезные процедуры с помощью продукции французской израильской фирмы «De Chali». Жанна, расскажи, тебе когда-нибудь в своей жизни было стыдно за какой-то поступок? Да, это был смешной момент, когда в детстве я надела капроновые колготки с рисунком, с люрексом и носки сверху, в туфли. В туфли? Ты это специально сделала? Мне казалось, что это очень красиво и модно, пока мне моя соседка не сделала замечание, что это отвратительно. Жанна, я вас поздравляю, потому что сегодня вы получаете элитную, уникальную спа-процедуру в подарок. Скажите, любите подарки? Да, очень. Конечно, кто же их не любит? С чего у нас начинается уход за лицом? Конечно же, с очищения. Наше молочко содержит только увлажнение, хорошо снимает загрязнения. Как ваши ощущения? Следующий этап – это нежный скраб. Наш скраб уникален тем, что каждая гранула, входящая в него, обработана в специальном барабане и содержит совершенно круглые края. Очищающая грязевая маска. Наша маска в своем составе содержит грязь Мертвого моря, белую глину. Уникальная грязь, входящая в состав маски, обеззараживает кожу. Теперь используем освежающий тоник. Вообще тоник является завершающим этапом очистки. Помимо основных процедур, Жанне нанесли уникальную сыворотку из коллагенового серума. Этот компонент продукта активно борется как с мимическими, так и с глубокими морщинами. Наносим его непосредственно на морщинки, там, где их бывает больше. Какая спа-процедура без ночного фитокрема? Этот продукт De Chali содержит в себе настоящие умные кристаллы, которые заставляют зрелые клетки работать как молодые. Это специальная разработка для использования совместно с нашим аппаратом Клеотон. Клеотон – это фотоно-ультразвуковой аппарат, который работает на наиболее эффективной и безопасной для домашнего использования частоте – 3 МГц. Не повреждает кожу, нормализует работу сальных желез и выработку коллагена и эластина. Представляете, сейчас дома можно иметь качественный, профессиональный аппаратный лечебный уход. Теперь о припухлостях и синяках под глазами Жанне можно забыть, ведь ей нанесли специальный гель для век, который отлично сокращает морщины. Затем лицу Жанны придали четкий контур с помощью антицеллюлитного геля. Основной компонент – кофеин, который формирует контур линии лица. Также протеины, экстракты и вытяжки, входящие в состав антицеллюлитного геля, отлично увлажняют кожу, подтягивают ее. Ну и, конечно, наш антицеллюлитный гель можно использовать и для каких-то более проблемных мест. Сейчас я покажу, как можно с помощью наших косметических средств, нашей линии, пользоваться и на других участках тела. А будем использовать укрепляющий антицеллюлитный гель и аппарат Клеотон. Здесь работаем уже без ультразвука, потому что суставчики рядом расположены. Как ты считаешь, почему именно тебе сделали самую длительную и, пожалуй, самую приятную процедуру? Потому что я являюсь самой старшей из участниц. Жанна признается, что благодаря космецевтике De Chali ее кожа стала выглядеть заметно лучше, а окружающие даже скинули ей десяток лет. Нетрудно догадаться, что теперь фото своего значительно помолодевшего лица Жанна опубликует на своей странице ВКонтакте за считанные секунды. Ведь теперь у всех финалистов есть сим-карты с услугой интернет-марафон от генерального партнера проекта оператора сотовой связи Мотив. Жанна, расскажи, совершала ли ты когда-нибудь неординарные поступки в своей жизни? Да, у меня был такой удачный момент, можно так его назвать. Я проходила тренинг, который называется веревочный курс. И я прыгала высотой с пятиэтажный дом с крышей вниз. Вы посмотрели последний выпуск первого испытания наших финалистов. На следующей неделе смотрите, как девушки постигали азы восточных танцев и кого из них выбрал арабский шейх. Следите за новостями проекта на телеканале СТС по будням в 18:30, на кабельном канале Курган.ру и на нашем сайте.